Уважаемые друзья, сегодня «Выпадок о гармонии» предлагает вашему вниманию выставку работ Ольги под названием «Душа самской женщины». Работа выполнена в виде стилизованного изображения животных, духов покровителей, единения женского начала с природой, орнаментальных мотивов шаманских бубнов, связанных с верой в древних саамов. Все пронизано таинственной магией предков, они всегда будоражат воображение. В них чувствуется дыхание тундры и блики северного сияния. Бабушкина сказка о Мяндыше и легенда о шамане Нойте. Сила огня и могущество шаманского бубна, рассказы о верном друге Пуазе, олене и чахле, маленьких волшебных человечков. Все свои ощущения и воспоминания с детства я искусно передаю своим творчеством. Я унаследовала от своей бабушки, в честь которой меня и назвали, не только мастерство, но и чувство единения с природой, осознание силы и сути. Полет фантазий, переплетенный с древними саамскими легендами и преданиями, как результат погрузиться в сотворенный, загадочный таинственный мир мистических созданий, увиденный глазами и почувствованный саамской душой. Душа моя лишь часть природы, парящая птица в облаках, среди пестрым хов, где плещут воды, там вечность странствует мира. Моя душа взлетает к свету, и душам скитальцев и бродяг. Зимой солнце ищет, летом блеск среди тины и коряк. Моя душа в глазах оливье, томящие звуки тишины, когда родится вдохновение, где чувства мысли лишены. Когда полет из рыв фантазий, сливаясь с каплями дождя, из уст рекой польются фразы, и это есть моя душа.